Здравствуйте. Здравствуй, Самвел. Посмотрела я вчера твой ролик, как тебе из Москвы пришли вкусные подарочки. Такая вкусненькая колбаска, рыбка намазывать на бутербродик, оливочки супер, ну и сыр этот. Мешочки. Все прямо супер. Из Москвы такой тебе пришел подарок. Как же мне заслужить такой подарок, как ты, значит, такое уважение заслужил сильное. Ну и балкон, конечно, у тебя классный. Тепло там. Все хорошо отделал. Коту привет твоему от моего кота Гушки. У меня Гушка живет, кот. Вот хочу тебе некоторые буду посылать приветы о театре из Питера, так как ты театрал, да, работаешь в театре. Вот я тебе буду присылать. Это наш театр Ленсовета. Я там была, много спектаклей поставлено там. Играет эта известная актриса. Ой, забыла ее как уже. Ну, вспомню, скажу. Так что Владимиров, вот был, как раз я там была с 1960 и 1999 года. Был руководитель этого театра. Ну, что я еще... А, про голос там тебе сказали. Чтобы восстанавливать голос, очень все просто. У тебя, конечно, русской печки нет, тогда открываешь духовку газовую, включаешь газ, если электрическое, то электрическую, и сиди там часа два, и весь голос восстановится, ему надо тепло. Видимо, ты простудил, может, голос или напряг, но вот таким способом я восстанавливала голос свой. У меня тоже однажды пропал весь голос. Ну, тогда я могла пользоваться русской печкой, я села в нее, и голос моментально восстановился. Вот тебе мой совет насчет голоса. Если поможет тебе, ты можешь мне потом ответить, было такое дело или нет, все, вылечился ты или нет. Вот так вот, Самвел, тоже наблюдаю за тобой давным-давно. Вот и... буду слушать твои театральные, я тебе буду о питерских театрах некоторые зарисовочки присылать. Вот так вот. Всего хорошего. До свидания. Жду вас на моем канале. Днепропетровску привет большой. Так что всего хорошего. Пока-пока. До свидания.